Только очень скромно я здесь тихо бываю. Мститель Митрофанов в гостях. Я очень люблю, да, очень люблю. И, кстати, все время о дочке своей не молюсь. Уже помогает детям с детьми. Очень хорошо. Вот. А, кстати говоря, у нас у всех дети, прекрасные дети, слава Богу. Но мы вот оставляем их, едем по стране, чтобы нести, сеять разумное, доброе, вечное. У всех этих ребят свои проекты, они очень популярны, их знает молодежь по всей стране, не только. Но они с удовольствием играют эту музыку для вас, и я им очень благодарна. Максим Зорин, гитара! Андрей Травкин, бас-гитара! Богдан Котов, барабаны! Сергей Курмаев, клавишные! Олег Изотов, гитара! Звуком рулит Александр Альперович, а светом Дмитрий Камзаев. Ну и, конечно же, орёт для вас Ольга Карумкина. Сейчас ты пишешь, да она не поёт, а она орёт. Как же писали про Высоцкого. И мне это очень нравится. Не знаю, как вам, а я поорать люблю. Ну, сейчас я вас ненадолго оставлю на этой сцене с этими замечательными парнями. И вот интересно мне, кто-нибудь угадает, что они сейчас для вас сыграют. Это новая инструментальная пьеса, новая в смысле в репертуаре. Она не новая, конечно, в мире, но новая в репертуаре. И я знаю, что их всегда так классно принимают. У них тоже должна быть минута славы. Они же должны показать свое потрясающее мастерство. Я же не просто здесь так вам рассказываю сказки про них. Это действительно так. Они великолепные музыканты. Воронеж, слушаем и восхищаем! Thank you.
Молодец! Браво! Браво! Браво!